Иногда люди приходят, мне говорят, наставник говорит, я пока вот так накоплю, это так долгое время займет. Может быть, я где-то нибудь лучше займусь и пару раз движений делаю, и все как-то двигаюсь. Я говорю, нет. Мои жизненные годы показали интересные вещи. Я говорю от примера, то есть от практики. Знаете, с чем я столкнулся в жизни? Те ребята, которые постоянно думали, что могут оттуда хватать, отсюда хватать, оттуда хватать и как-то быстрее двигаться, я их встречаю через 10 лет, 12 лет, 15 лет. Поверьте моим словам, они находятся на том же уровне, который были. И до сих пор они движением занимаются. Молодость ушло, 10-15 лет ушло. Они думают, что как будто это самый короткий путь. Нет, ребята. Вот что я понял. Самый короткий путь ты должен себя готовить. Начиная, откладывая эту сумму, система соблюдая, контролируя финансовый модель, финансовый план, ты себя создаешь. Дело не в сумме денег, большой или маленький и так далее. Дело в том, что ты как профессионал растешь. И чем быстрее растут твои навыки, когда твои навыки растут, когда у тебя в руках попадает $1 000 000, да ты его быстро разделяешь 3 миллиона. Кто понял? Вот в чем секрет. Поэтому просто тупо это надо делать, независимо от того, какой у тебя доход. Потому что навык важнее, чем само размер капитала. Навык важнее. Ресурсы имеют свойство устаревать. Ресурсы имеют свойство инфляция съедать их. Ресурсы имеют свойство, что ты потеряешь их. Банкротишься иногда. А навык остается. Кто понял? На чего надо опираться? Навыки. Навыки, способности. Поэтому больше развивай свои навыки, больше развивай свои способности. Поэтому, когда типа эта система начинает жить, твои навыки оттачиваются. Вот где секрет находится. Самый главный секрет здесь. Иногда у людей насколько сознание ограниченное мысли, что они что думают? Они думают, что это не важно, это мелочь. Знаете, некоторые бизнесмены приходят ко мне, я ему говорю, вот делай по такой финансовой модели тебе, иди делай. Ты 10 раз больше добьешься успеха, чем... Знаете, идет опять делать по-своему. Я не понимаю его. Я говорю, послушай, ты либо слишком умный, либо слишком дурак. Потому что до тебя тяжело достучат. Либо ты слишком умный. И некоторые не признают. Они вот так относятся. Ну это же понятно, ясно. Главное, доход есть. Нет, дорогой мой, нет. У тебя, когда не появится системность, ты медленно растешь. Но стоит, чтобы ты системно делал, блин, ты просто гарантированно растешь. Гарантированно. Я же это вижу постоянно. Ты чемпионом станешь. Вот, дальше. Теперь внимание. Эта система не успевает. О, вот это интересно. Вот, хорошо ты сказал. Как ты думаешь, почему миллиарды лет солнце поднимается с востока, идет на запад? А почему она не устаревает? Почему вода как и испарялась, поднималась на облака, стала облака, так и падает, как дождь, так и идет? Есть вещи, которые актуальны во все времена. Как ты думаешь, правила дорожного движения устаревают когда-нибудь? Она может совершенствоваться, но не устареет. Никогда. А теперь, без денег можно жить сейчас? Современным в нашей жизни. Знаете, вы можете представить будущее своих детей, что они не умеют писать, читать? Есть вещи, которые они актуальны во все времена, но только они совершенствуются. Временами они будут совершенствоваться. Например, вы внедряете эту систему в своей жизни, а потом, конечно, корректировать придется годами. Например, мою систему, которую сегодня обучаю вас, она работает до дохода $10 000 в месяц. После того, когда у вас будет доход на $10 000, пожалуйста, начните читать мои книги «Я и деньги 2». И там модель корректируется уже. Там будет другая процентовка, другая, подход другой. Уловили, да? Там выходы другие и так далее. То есть разные это по-другому. Там уже вы должны как бизнес управлять. Поэтому эта система, она работает и для смены бюджета, потом его можно адаптировать для компании. Но когда вы его адаптируете для компании, это вот такая вещь. У кого из вас бизнес? У кого есть бизнес? Бизнес есть? А вот скажите, пожалуйста, у вас происходит нехватка наличности? Бывает? Пожалуйста, используйте эту систему, она у вас исчезнет навсегда. Вы будете в шоке, как она работает. Я даю вам слово, от 3 до 6 месяцев нехватка вообще исчезнет. Эта система круто работает в бизнесе. Я же использовал, я же видел это, как это работает. Дальше.